Ребята, когда я работаю на скупке, мои поставщики привозят мне виниловые пластинки пачками. И я вам уже 25 раз говорил, мелодию не беру, не покупаю, даже в подарок не беру. Но для этого экземплярчика я сделал исключение. Ребята, это же Beatles. Beatles вкус меда. Это вкус меда. Да, и эта пластиночка уже сегодня у меня в продаже. Девочки и мальчики, смотрите внимательно на конвертик, на все недостатки, на все состояние. И не делайте необдуманных ставок, я вас прошу. Потому что данный экземпляр продается в виде исключения, без претензий и возвратов. Не люблю я мелодию, просто не люблю. Поэтому, мне кажется, Beatles кто-то заценит и кто-то его купит и будет слушать и балдеть. Вот она пластинка в своем родном вот этом пакетике. Сейчас я ее тебе достану. И что вы видите? А вы видите грязненькую такую вот потасканную. Легенькие-легенькие такие царапинки, отпечатки пальцев. Это все называется... Отпечатки времени, следы времени, БУ, претензии не принимаю, максимально все показываю, смотрите внимательно, еще раз повторюсь, вот это волосинка, не делайте необдуманных ставок, подумайте 5 раз, 10, 15, 20, не создавайте себе трудности, а я выставляю ее со 1 гривны, уже сейчас. Сейчас она уже, вот я сейчас ее показываю, она уже продается. Все мгновенно. Купил, продал, вышел в деньги. Поэтому, ребята, пусть победит сильнейший.